Санек решил боксером стать. Со скуки или, может, для понтов. Купил перчатки, не забыл и капу взять. Боксерки, шлем, куда же без бинтов. Лупил он грушу день за днем, без созидания. Горели у него глаза огнем, ведь впереди соревнования. Настал тот день, настал тот час, залез на ринг он, готовясь к бою и не поднимая глаз, готовясь встретиться с судьбою. Но гонг звучит, он руки поднял, готов противника убить. И вдруг он понял, что ему не победить. Перед собою он увидел нечто с огромным пузом и большущей губой. В широком рту его зияла бесконечность. Он влез на ринг, смеется все перед собою. Как трубы ноги, руки как кувалды, в глазах мерцают адские огни. Санек, усевшись тут же в позу Будды, воскликнул: «Всевышний, сука, помоги!» Но присмотревшись к роже страшной, узнал он прежнего себя. Когда сидел он ночью темной и жрал, как будто вне себя. И вот тех дней напоминание стоит, как будто наяву. И в столь ужасном ожидании подумал: «Как же я живу? Дела чужие нос сую я и получаю пизделей. Потом я девку провожаю, бегу к компу, играть скорей. Собрал я 1000 бананов, из удыши 100 человек. Сижу, как 1000 туканов, просиживая так свой век. На боксе изменился я, теперь уже я не свинья. Теперь уже я не сижу на сайте porno.ru. Я сбросил пару килограмм, и уж не жру я по ночам». В мозгу его мелькнула мысль, что нужно драпать, но две кувалды поднялись, и Саня тут же взвылся ввысь, и гадовым хуком в рыло дал. Тот завалился и упал, перчаткой прикрыв фингал, он шевелиться перестал. Санек успех свой осознал, победоносно улыбаясь, куль тяпки радостно поднял, сказал отчасти запинаясь: «Побил я самого себя, и что скажу я вам, друзья? Свою темную сторону я одолел, я сильный, крутой». И так далее, и тому подобное. Там еще целый час он говорил, что он мощный, крутой, и так далее, и тому подобное. Мораль: все вы, ребята, сильно болеете. Санька я привел вам в сравнение, но коль темную сторону вы одолеете, к вам придет выздоровление. Выздоровление.